Давай игереміз, игереміз. Енді осы ақшаның барлығы игерілмей жатыр. Қазір осыға не жауап бересіз? Депутаты возмущены слабым уровнем планирования и организации. Как это уже неоднократно было, заявляют народные избранники, в конце года начинается форсированное освоение средств. Недовольство депутатов можно понять. В начале года стали известны планы строительства нового административного центра. А земли на эти цели выкуплены не были. Несмотря на это, деньги на строительство были выделены. И строительство сейчас идет полным ходом. Кто допустил такое нарушение, нужно выяснить и привлечь к ответственности. Такое не может продолжаться. Внесите в протокол заседания. Так нельзя оставлять. Безнаказанность порождает нарушение финансовой дисциплины. Величина областного бюджета – 360 миллиардов тенге. Согласно отчету начальника управления экономики и бюджетного планирования, областная казна пополнилась за счет трансфертов с республиканского бюджета. С республиканского бюджета было выделено 811 миллионов тенге на выкуп земель на госнужды в связи со строительством транспортного коридора Западная Европа-Западный Китай. Уточнение бюджета также рассматривается из-за экономии средств по госзакупкам. Также был вынесен на рассмотрение депутатов вопрос выделения 154 миллионов тенге для завершения капитального ремонта ТЭЦ в городе Кентау. Есть надежда, что будет продолжено и строительство мусорного завода в Шымкенте. Для продолжения строительства мусорного завода в Актасе мы предлагаем выделение 100 миллионов тенге. Также на разработку проектно-сметной документации по благоустройству берегов Кочкараты нужно выделить 5 миллионов тенге. Все вопросы изменения областного бюджета на 2012-2014 годы будут вынесены на рассмотрение сессии областного маслихата.